После проведения рабочего совещания органов государственной власти с представителями традиционных конфессий, общественных и национальных объединений, диалог религии, национальное единство, основа патриотизма в обществе, в городе Сибай, Республики Башкортостан, состоялось открытие гуманитарного центра. Епископ Салаватский Кумертауский Николай вместе с председателем Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Республики Вячеславом Петковым, Верховным муфтием Центрального духовного управления мусульман России шейхуль-исламом Талгатом Тадхмудином посетили православный храм в честь иконы Божией Матери Отрада и Утешения. Настоятель храма протоиерей Владимир Мещанинов показал гостям храм, учебно-бытовое здание и прилегающую территорию. Также гости ознакомились с вновь образованным пунктом приема и раздачи вещей, который находится в учебно-бытовом корпусе и является филиалом гуманитарного центра Салаватской епархии. Вначале он был создан как центр. Этот центр, который сегодня мы открыли, он призван для работы на территории Зауралья и работы с прилегающими приходами, ну и также с людьми малообеспеченными, независимо от вероисповедания или какой-то иной другой принадлежности. В завершение визита владыка Николай в сослужении клириков епархии, приехавших на совещание, совершил освящение вещевого пункта.